Добрий день, я Олександра Кліціна, журналістка Київ сьогодні з нами колишній голова воєнної розвідки Молдови Юрій Бріча. Добрий день, здравствуйте. Очень приєдна вас знаходитися в гостях. Дуже приємно вас бачити. Дякую, що згодилися інтерв'ю. Розкажіть, будь ласка, як пересічні мешканці Молдови реагують на війну Росії в Україні. Там вже багато ну проросійських настроєнок жителям, наскільки ми знаємо. настроена про, э, про российский или про западную, я хочу сказать, что лучше всего это показали как выборы президента Республики Молдова Майя Санду, так и выборы в парламент Республики Молдова, которые э, п, были несколько э, лет назад. 50 на 50, грубо так говоря, но на сегодняшний день э, глуб, э, к большому нашей э, радости все-таки мнение о том, что мы должны быть в составе большой европейской семьи, и наше стремление в Евросоюз, европейская интеграция у людей с каждым днем все растет все больше. Так что, если говорить, то больше все-таки про европейцев и про Западних у нас граждан, чим проросійських. А як стався цей перелом да, у свідомості людей? Тобто, це ж, ну, якщо це було 50 на 50, то щось мало статися, да, щоб якось це змінилося. Ну, все змінилось, всього, після того, як 24 февраля прошлого року війна в Україні перейшла в більш масштабну операцію, і коли большое количество украинских беженцев начали пересекать границу, начали э, приезжать к нам э, в Молдову, кто-то э, до сих пор находится, кто-то транзит и дальше в Европу, то мы начали э, чувствовать, видеть то, что происходит на самом деле. К примеру, я могу привести, что у меня дети э, на тот момент были волонтерами в неправительственной организации. И они принимали беженцев из Украины, детей в основном. Они рассказывали очень жуткие вещи. Дети, которые буквально 14, 15, 16 лет, как они не могли прийти в себя, как они переживали, как они плакали во сне. То есть это не передать словами. Это мы все чувствовали на себе, что война началась не где-то, там в другой области. Страни і тосі шара, а саме у наших сусідів, у наших братів. Да, а розкажіть, яка є політична ситуація, то які є проросійські якісь активні політики. Тобто, у нас вони ну, досить специфічні, а, тобто, що, що можете казати, про них? до виборів президента Республіки Молдови Майя Санду, у нас був проросійський. руководитель, которого зовут Игорь Дадон. Он был пророссийский. Если брать просто сравнить, сколько зарубежных поездок, сколько э, иностранных э, визитов совершал один из этих президентов, то основное время Дадон проводил э, в России, в Москве или для разнообразия летал э, в э, Белоруссию. К сожалению, есть еще люди, которые поддерживают это, есть люди, которые э, нацелены на то, чтобы быть рядом с Россией. Хотя, по моему личному мнению, я не вижу наше будущее с Россией. Тем более у нас и границ с ними нет, и, и мы хорошо помним э, далекие... Э, в 40-е годы или там в конце 30-х годов, когда моих родных дедушек и бабушек выселяли, вывозили в Сибирь. Это все у нас было, и мы это все помним. Так что есть, к сожалению, пророссийские люди настроенные. Но я хочу вам сказать одно. Мы замечаем, как Украина, точнее ЗСУ, имеет успехи на поле боя, то мы смотрим, что вот пятая колонна и пророссийские настроенные политики активизируются у нас в Молдове. То есть это связано одно с другим. И это очевидно. А это все тоже российских спецслужб? Да. Я, я не, не думаю, я уверен. И у нас есть примеры, у нас есть понимание того, что люди, которые были в правительстве бывшего президента и до этого, которые были, они вели э, российскую политику, они являются агентами влияния. И, к сожалению, на сегодняшний день у нас нет э, достаточно политической воли, чтобы этих людей привлечь к уголовной ответственности за э, измену Родины и за то, что они на протяжении столько времени, э, вместо того, чтобы развивать экономику страны или делать все, чтобы наш народ жил лучше, они наоборот вели к тому, чтобы люди были зомбированы. До сих пор есть некоторые категории, которые верят всего лишь телевизору, они а верят тому, что происходит на самом деле. И, к сожалению, у нас есть такие люди. Но я думаю, что э, мы переможем и победим, и в, даже в этой войне. Посмотрите, ну фактично Россия действует в каждой стране то накладно. В их знаходять находят, скажем так, зрадників борются их, проводят какую-то там сетку впливу А как это вообще происходит? Вы, мабуть знаєте знаете, да? Они как-то контактуют, там, пропонують людям гроші Ну, это, может быть, Ну, в первую очередь, пропаганда. Пропаганда и масс-медиа – это вот те структуры или те э, механизмы, те инструменты, которыми пользуются вот эти спецслужбы. Если взять раз, посмотреть, что в Евросоюзе, да, к примеру, мы знаем, что есть страны, которые входят в Евросоюз, но в то же время э, лоббируют какие-то интересы России, да, та же самая Сербия, Венгрия, э, где-то и Германия, можно сказать, что есть интересы. Так и здесь у нас происходило, то есть... Э, Появлялись бизнесмены, разные сообщества молда российские через которые качались деньги. И вот эти деньги потом приводили к тому, что коррупционные схемы работали, коррупционеры возглавляли эти схемы. И все, кто был, как говорится, в этих схемах участвовал, все имели интерес, чтобы это все происходило. Ну а деньги, понятно, откуда это... Всем известно, это гигант Газпром, который качает э, то, что они не вырабатывали, а то, что земля им подарила, просто судьба подарила. И вот на эти деньги они совершают свои коррупционные интересы по, по всему миру, не только в Молдове. А насколько Молдова залежит от российских энергоносителей? Ну, к сожалению, вы знаете, э, я хочу сказать не только про коммунистов, социалистов, у нас были и другие политики, которые потом оказались агентами влияния, которые то, что у нас осталось после развала Советского Союза, умудрились передать, к примеру, в собственность российским компаниям. На сегодняшний день компания Молдова ⁇ Газ ⁇ всего лишь на 35% пакета акций принадлежит Молдове, все остальное принадлежит Газпрому. Если говорить, это мы говорим про газ, который мы зависим от Российской Федерации. Если говорить про электроэнергию, да, ГРЭС, который вырабатывает электроэнергию, находится на территории непризнанного региона э, Приднестровья, который опять же контролируется российскими э, и властями и российскими политиками, и получается так, что мы где-то Плотим за электроэнергию, которая вырабатывается в Приднестровье, которая работает именно для Молдовы. Но тем самым мы спонсируем непризнанную э, республику эту Приднестровскую и регион, и получается замкнутый круг. А, а скажите, взагалі, як в целом, ну, какой прогресс в процессе евроинтеграции Молдовы? Вот людей, то есть все это просувается? Какие планы, проблемы? Прогресс, я хочу вам сказать на лицо, что после того, как Россия перешла к более активной и к масштабной войне в Украине, тот процент продуктов или тот процент сырья, который был на экспорт в Республике Молдова, он переадресовался и начал уходить в Евросоюз. И если мы смотрим на то, что с 2014 года да, до 2014 года, 2014 года э, граждане Республики Молдовы находились э, в большей количестве людей, находились в Российской Федерации, э, цифра достигала где-то полмиллиона э, людей. После того, как Россия начала войну 2014 году, то те граждане Республики Молдова, которые находились, работали э, в Российской Федерации, просто переориентировались и пришли, э, переехали в Евросоюз. На сегодняшний день порядком 60-70 тысяч всего лишь находятся в Российской Федерации, остальные ушли, уехали. Э, другой аспект, который тоже э, говорит о том, что все-таки евроинтеграция у нас происходит, и э, будущее за Евросоюзом, это та молодежь, которая выбирает свой путь дальнейшей учебы, и это опять же Евросоюз. Евросоюз, Соединенные Штаты Америки, Канада, но никак не Россия. То есть в России очень мало людей остается. И хочу еще раз сказать, что мы получили статус кандидата в Евросоюз, естественно, и Украина после того, как началась вот масштабная война 24 февраля прошлого года. И это опять же приближает нас еще ближе к интеграции в Евросоюз. А mm -hmm. вот скажите, там есть Приднестровье, то есть есть какие-то проблемы, скажем так, с визнанием территории, территорий, или как это влияет на вступ в Евросоюз? Есть примеры и других государств, у которых на территории признанной да, всем сообществом мировым, были конфликты, и они вошли в Евросоюз. И я хочу сказать, что всегда есть исключение из правил. И была бы политическая воля, мы вопрос с Приднестровьем могли бы решить и с поддержкой Евросоюза, и с поддержкой наших партнеров, и с поддержкой наших соседей мы бы могли решить приднестровский вопрос тем более что большинство или большое количество людей которые живут в приднестровье они и имеют родственников работают зарабатывают учатся как в республике молдова так и на территории евросоюза то есть этот вопрос но опять же я хочу сказать мы этот вопрос можем решить Мірним путем, но главное, щоб була політична воля, це можна легко решить. Ось здається, коли був останній ракетний обстріл України, там якісь шматки ракети російської впали на територію Молдови, тобто як реагує уряд, як реагує Майя санду, чи бачить, чи бачить вона російську загрозу? Тобто, наприклад, якщо Росія може піти війною, чи Волдова готова також. Ну, угроза вторжения России, российских войск на территорию Молдовы, она существует. И те карты, которые рисует Генштаб Российской Федерации, там Республика Молдова также есть на этих картах. Но поскольку Украина и ЗСУ воюют, и имея хорошие колоссальные успехи на э, театре войны, как бы это откладывается, но в то же время угроза существует. насчет ракет, которые упали на территорию республики Молдова, было три случая. в каждом случае э, в одном была чуть-чуть замедленная реакция э, и по по мере эскалации или повторения или у... чаще случаются эти случаи, значит, президент Республики Молдовы отреагировала сразу же, когда произошел этот случай. Это недопустимо, это получается вторжение в наше воздушное пространство. И я вам хочу сказать, что то, что прописано в Конституции, что мы нейтральная страна, нас это ничего не защитит. И мы должны просто называть вещи своими именами, быть откровенными прежде всего сами перед собой, перед собой и э, осознавать ту угрозу, которую Российская Федерация несет не только Украине, но и всему свободному демократическому миру. А чи собирается Молдова и свою армию? Да, в этом году, то есть на 2023 год, парламент республики принял закон, и бюджет Министерства обороны будет увеличен в два раза. И это, это хороший, хороший знак для того, чтобы мы осознавали, что мы должны готовиться к войне, даже если хотим мира. А чи ведутся какие-то переговоры с НАТО, чтобы отремонтировать ФМО? Да, у нас есть комиссии на уровне Министерства обороны, на уровне Генерального штаба, на уровне парламентских комиссий. Мы ведем постоянную переписку, участвуем в разных различных боевых подготовках вооруженных сил Республики Молдова, в учениях. И плюс... Значит, э, э, военные республики Молдовы находятся с миротворческой миссией в, в Косово, где 40 э, молдавских военнослужащих несут там службы. И мы как бы готовим себя к тому, что это наше будущее, это, наше, э, это наш потенциал, куда мы должны стремиться, в европейскую страну и в... Североатлантический альянс. А скажіть, ну, це ваша персональна думка. Як так сталося, що Мая виграла вибори? Ну, тобто, це жінка, про європейське настроєння. Ну, це, мені здається, такі неворові прори, те, що вона виграла. Вот, що це молодь її Тобто Що було ключовим фактором? Ключовим фактором це. Это... Я говорю свое личное мнение, но разделяет это мнение большинство граждан Республики Молдовы и те, кто за него проголосовали, они также думают. Основной э, фактор ее победы – это то, что эта женщина никогда не была замешана в каких-либо коррупционных скандалах. А скажите, люди в Приднестровье, они, а там живут? То что чем там подолбается, такая же, чего вот живут ирше, нежели в Молдове, че краше, че действительно поддерживает Россию, что Значит, феномен жителями Приднестровья это можно где-то в книгах описывать. Люди, которые за газ платят копейки, ну грубо говоря вообще вот в Республике Молдова, получается правый берег. Платит, наверное, в 20 раз больше, чем они платят. Потому что они газ, который получают в Приднестровье, они за него не платят. Долг перед «Газпромом» увеличивается с каждым годом. На сегодняшний день уже больше 8 миллиардов долларов они должны платить за этот газ, который используют, но не платят. Этот газ, на этом газе работает электростанция, которая вырабатывает электричество. И получается у жителей Приднестровья газ бесплатно. Я был на одной свадьбе там, и они мне говорили, чтобы спички не тратить, у них постоянно горит комфорка. Представляете, да? И электричество у них дешевое. И вот э, парадокс в, в чем, что жители Приднестровья ну, большинство, имеют там не, паспорта нескольких стран. То есть они имеют свой вот этот Приднестровский, который, как, как говорит как троллейбус, то есть только там по территории э, действует. Потом они имеют э, паспорта э, граждан Республики Молдова, они имеют паспорта граждан Российской Федерации, потому что Российская Федерация там раздавала эти паспорта как, э, как фантики, как флайеры. Они имеют паспорта... Украины, и они имеют еще паспорта Румынии. То есть имеют паспорта, у них должна быть сумка, потому что чтобы все паспорта поместились, если куда-то выезжают. И... Но с другой стороны, это жители Республики Молдовы, большинство из них работают, живут в Республике Молдовы. Я был экспертом в объединенной контрольной комиссии, которая находится в Бендерах. И комиссия это 5 плюс 2, то есть это была создана комиссия для урегулирования вот этого конфликта. И была возможность говорить с людьми, там заходить в магазины. Там люди, которые более-менее живут, они все работают в их госструктур, так называемые госструктуры. Остальные никак. То есть Гушан, который возглавляет шериф, и плюс там несколько из его окружения. Все, на этом больше бизнеса нету. Остальные работают в их так называемых силовых структурах. И вот они получают зарплату, которая опять же идет с Российской Федерацией. Но я не устану повторять, была бы политическая воля, была бы моя, э, если бы я бы имел такую возможность, нужно открыть 20-30 уголовных дел по узурпации власти. И эта банановая республика рассыпется, как карточный домик. Mm -hmm. А, а чьи там постоянно какие-то российские военные на территории? Да, там есть ограниченный контингент Российской Федерации, который давно должен был оттуда уйти согласно протоколам и международным обещаниям, которые на себя брала Российская Федерация еще с 1994 года. Там есть миротворческие, так называемые миротворческие силы, которые также являются частью российской армии, которая находится там. Но с начала войны 2014 года все изменилось. И просто конституционные силы Республики Молдовы перестали позволять производить ротации военных, которые там находятся. На сегодняшний день, даже если он составляет, то есть он входит в состав миротворческого контингента Российской Федерации или так называемой ограниченной группы российских войск, они в основном все э, родились, выросли в Приднестровье. Да, у них есть э, российское гражданство, но это также имеет и корни молдавские. Поэтому я говорю, там 20 человек посадить, и остальные или поменяют как, кепку там на, э, на другой козырек, или просто выкинут эти российские паспорта. Да, и такой вот один. Спасибо вам. Да. это по вашему.